Так, ну мы честно второй день пытаемся сходить на рынок. И второй день нас дождь настигает раньше. Сейчас вот опять идет дождь. Мы только-только вышли. Вот. Вот кондо, вот улица. Нам повезло. Визуально дождь вроде как прошел стороной, и мы решили пойти. Но нет. В общем, ждем. Ждем. Дождь закончился наконец-то, спустя, наверное, чтобы не соврать, минут 40. Мы идем пока не на рынок, а в Central Festival. А потом, наверное, куда-нибудь на рынок попадем. Тут уже впаривают такси. Вот так вот. Чуть-чуть отстал от жены, сразу пристают тайские мужчины. Лисмен. Так, я хотел снять вообще дикую пробку. Тут почему-то вторая улица стоит. И что не свойственно для воскресенья. Но вроде как потихонечку едут. Вот, и мы сегодня планируем попасть на рынок Тепрозит и посмотреть, что там. Сейчас, если в следующую минуту он появится, то все пошло по плану. А если нет, то извините. Смотрите, как люди бегут. Эти люди тоже, как и мы, только что опять снова попали под дождь. Поэтому рынок опять снова откладывается на какое-то время. Но это просто уже не смешно. Все выходные в дождях. Это очень-очень печально. Так, ну мы вроде готовы ехать. Не знаю, погодка до сих пор не очень, но вот немножко моря. Там вот оно вдалеке где-то есть. А мы сейчас будем ждать такси на рынок. Надеюсь, что там будет где спрятаться, потому что дождь еще 100% пойдет. Я думаю, и не раз.
приехали. И только непонятно, дождь уже закончился или еще не начался. Потому что мы ехали от моря. И, в общем, посмотрим позже. Ну, тут у нас, в общем, одежда. Не знаю, кому-то интересно это или нет. В общем, любимые наши подделочки, которые на самом деле мы и не покупаем никогда. У меня есть одна футболка домашняя, купленная за 100 бат, типа Off-White. И все. По-моему, ничего больше такого нет с рынка. Потому что здесь на самом деле домой куда-нибудь в Россию еще можно купить ту же самую футболку. А если ты носишь ее в Таиланде, если трикотаж не дышащий, то ты в ней умрешь просто. Я вот даже дома с кондиционером просто умираю в этой футболке. Она очень жаркая. Плотный трикотаж такой не дышащий, и все, и беда. Сейчас мы дойдем до рынка Сидо, хотя я не знаю, во сколько он в полную силу откроется. Сейчас 5 с чем-то, ну, 5:30, можно сказать. Они все раскладываются только, как вы видите. Только-только начали. Поэтому, возможно, еще рановато идти на рынок Сидо, но сегодня как бы воскресенье, завтра понедельник, поэтому надо пораньше освободиться. Что вас заинтересовало? Что-то их заинтересовало, непонятно. Пиратские диски. Для тех, у кого нет интернета, наверное. Мне опять надо каждый раз пригибаться, чтобы пройти под этими навесами. Вот мы заходим на территорию самого рынка, то есть там такая прелюдия, можно сказать. А рынок сам, вот он, крытый, тут и еда, и всякая разная красота. Пока просто походим? Или как? Пока просто походим. Все сидят, скучают. Так, ну что-то мне кажется неинтересно смотреть на эти трусы и лифчики. Поэтому сейчас когда-нибудь дойдем до еды, наверное. Включимся вновь. А вот и рынок. А вот и рынок. Мы туда когда-нибудь пойдем. Но не сейчас. Красивые фонарики. Ну ладно, ладно, пойдемте. Такая всякая вкуснятень. Народа мало, они все еще раскачиваются только.
сейчас будем еще, кстати, присматривать что-нибудь на ужин дома поесть. Не просто так. Все, теперь немножко медленнее буду идти. По ценам 45 бат. Блин, за курицу дорого. Это же целая ляжка. Целая ляжка, все равно дорого. Тут какие-то штучки. О, опять моя остановка. Конечно, тут не настолько весело, как на Джентене, потому что музыки нет. В целом, суетно немножко, конечно. Такой больше стиль Бангкока, я бы сказал. Так, ну мои, конечно, засушивают спились. Я даже не сомневался. Ладно, я пойду пока дальше. Алло. По-тайски, если хотите здороваться, по телефону говорите. Алло. Или hello. И будет казаться, что вы прям в Таиланде ответили на звонок. Это всякие вкусности, блин. Классно. Сразу видно, где продается что-то популярное по очереди. Вот, допустим, здесь вообще никого нет, абсолютно. Там уже несколько человек стоит, ждет, хотя вот эти нет, не ждут. В общем-то, самый простой способ понять, где, по крайней мере, люди часто что-то берут, и наверняка там будет как-то более-менее вкусно. Ну, или, по крайней мере, свежее будет все. Хотя на рынке, как этот. О, вот это да. Блин. Лимонад. А выглядит как пиво. Ладно. Вот эти штучки тоже, наверное, вкусные. Креветки в остром соусе с перчиком. Прям класс. И вот эти штуки тоже классные. Я вот, кстати, уже все не под крышей, но дождя все еще нет, слава богу. Что очень хорошо.
На самом деле, это самые дождливые выходные в Паттайе за этот год. Мы, конечно, не каждые выходные в Паттайе остаемся, то есть мы периодически куда-то уезжаем. Но не то чтобы супер часто. И я не помню, чтобы было два дня подряд дождливых, прям вот весь день, чтобы шел дождь. Обычно он проходит раз в сутки, там два, и все, и свободен. Гуляй, делай, что хочешь. А вчера и сегодня прям идет и идет, зараза. И ничего с ним не сделаешь. Ой, тут с двух сторон, блин. Ладно, начнем с этой стороны. На этом рынке, конечно, нет ничего такого направленного чисто на русских, типа там картошки с котлетами, как на Джамтене можно найти. Ну, по крайней мере, я пока не вижу, может где-то и есть. В основном здесь такое местное. Блин, дуриан до сих пор 320-200. Даже тортики есть какие-то. Ох, ну вы представляете, сколько рядов? Там ряды, тут ряды, там ряды, еще вот там как минимум один ряд. Ходить, не переходить. Наверное, надо точно знать, что ты хочешь. Потому что если просто ходить смотреть, то купишь что-нибудь уже себе, деньги закончатся, и дойдешь до чего-нибудь еще интересного. А ты уже как бы купил что-то. Тут или надо проходить вот так изначально. Ну вот. Опять очередь. Опять очередь. Да, где очередь, прям сразу видно, и хрен пройдешь. Вот, выглядит примерно вот так. Как видно, что сложно просто подойти и купить. О, еще суши. Вернее, роллы. Тоже по 10. Класс. Это штучки. Это типа шашлыки, ну 40-35, свинина 40, курица 35. Это штучки тоже. Это что такое? Клубника в чем-то. Сегодня курочку, наверное, надо поесть. Какой-то доктор. Откуда он пришел, интересно? Элемент брат, что-то такое.
сколько острова. Так, идем в следующий переулок. Кстати, вот сейчас дождик чуть-чуть капает опять, мелкий. Уф. Ну что, пойдем с этой стороны опять, да? Я вот пытаюсь понять, что бы я взял домой поесть. И так как много всего, пока на чем-то конкретном, кроме скорпионов, не остановился взгляд. Даже вот не знаю, что именно можно взять. Много всего. Клубника тут, кстати, очень популярна. Ну, вообще, фрукты такие, которые можно в сахар, в карамель, вернее, опускать и карамелизировать. Это вроде как и не слишком замудрено, ну, то есть позиции приготовления легко. И у народа пользуется бешеной популярностью. И цена, на самом деле, космическая за это все. Выглядит прикольно. Вот такой бы я, наверное, что-нибудь поел бы. Мясо. Так, опять кафешка. Сейчас развернемся. Там я уже увидел, ничего нет. Там туалеты, животные продаются там, насколько я помню. О, тоже моя остановка. Вермишельку я люблю. Кто какие-то женщины ходят, ничего себе. Так, ну они что-то уже купили. А что вы купили? Мы купили роллы, мы купили креветки острые, мы купили курочки немножко, две штуки. Ты видела два моих креветок? Это, да, видел. Это не креветки, по-моему. Так, ну они что-то купили. Мои шансы что-то купить еще стремятся к нулю. Рыба классная.
Да, я устал комментировать, как вы поняли. Я уже захотел есть. Я иду и в целом слюну сглатываю. Уже минут 5-10, наверное. Потому что все эти запахи, конечно, очень стимулируют ко всему такому. Ну, к тому, что очень хочется уже кушать. Прикольная штука. Так, ну вот мы и заканчиваем изучение еды на рынке Тепаразис. Покажу, что за углом. Там были классные собаки. Вот они сразу здесь. Сейчас, если ребенок зайдет сюда, то не выйдет отсюда, наверное, никогда. Потому что здесь, конечно... Территория милоты. Настолько, что... Эх, конечно, грустно, да, от всего этого? Да, ребят, грустно. В клетках молодежь. Ну, надеюсь, ее скоро заберут домой. Вот, если кратко, то, наверное, все там. Кстати, там чуть-чуть... А, вон мои уже там, ладно, дойдем до них. Там тоже есть животные, там, по-моему, с рептилиями тоже отдел есть, что-то такое. Тоже, в целом, очень похоже на бангкокский стиль, потому что на Читучаке, допустим, на рынке Читучак тоже есть такой отдел с животными. Посмотрим, что они там увидели. Туалет, кстати, здесь бесплатный, если вдруг что, кому надо, вот вглубь. Вот это там люди делают дела свои уже. Да, тут кролики, что-то такое. Какие-то... О, у меня... Все, перестроилась камера. Вот всякое такое. Попугайчики. Тут у вас котята, да? Да. Жестко. Котят, конечно. Очень все это классно. Ну вот, теперь точно все. Ой, конечно, сумбурно, быстро все, ничего не увидел никто, наверное, но есть кнопка пауза для тех, кто очень хочет. А, во-вторых, ну я еще как бы не настолько нагл, чтобы прям вести детальные обзоры. Все-таки люди стесняются, и продавцы, и те, кто вокруг. Но в целом, вот такой рынок. Надеюсь, было вам интересно. У нас такая была лягушка дома, да? Да. Когда-то мы ее покупали задорого, а здесь она стоит... А, нет, наоборот. Че, мы покупали дорого, здесь дешево, или наоборот, здесь дешево? Здесь дорого, но здесь дешево. Я не знаю, сколько это стоит. Здесь нет цены. Все. Мы
идем выбирать что-нибудь мне поесть. Ну вот мы определились по еде для меня. Наверное, вот эти шашлычки возьмем. И вермишель я тоже захотел сильно. Поэтому здесь приземлимся. Это? Да. Кстати, это место вроде как популярное, да? Ну, есть, да, видео на YouTube. Да, есть какие-то видео мы смотрели, мы эту женщину уже видели. Посмотрим, как она это все накладывает. Ну вот, в общем, это мое. И такой рыночек. Наверное, все на сегодня. Все, мы прощаемся на сегодня с рынком. Еще раз вот такой вот видок. И идем ждать такси. Кстати, сделали дорогу. Теперь вот эта штука нельзя поворачивать никак. Отбойник, да, или как это еще называется. В общем, теперь здесь дикая пробка всегда. Перманентно. Перманентно. И сюда лучше не соваться вообще. Если вам не нужно именно на рынок, то будете стоять, ну, примерно вот так. Тоже немножко Бангкока в ПТЕ. Все, мы поехали.